Вот мы собираемся на концерт, костюмы, доедаем сэндвичи. Я съем еще один сэндвич. Ешь. У меня все тело болит, как будто меня дубасили палками сегодня всю ночь. Волкова? Нет. Она спит как сурок. Вообще не двигается, очень спокойно спит. Это я по всей кровати. Да, я очень спокойно здесь сплю. Я всегда так сплю спокойно. Это вот она вот руками, ногами машет, закидывает ноги. У нее сегодня нога лежала, я пришла, у нее нога вот так вот. На моей стороне лежит одна. Я даже так тихонько отойду, ты не помнишь? Прям тихонько так пододвинула, легла, думаю, куда ложиться, знаешь, свою кастрюлю выставила. Так, ну давайте это все, пойдем вниз уже, надоело все. Подожди, надоело. Thank you.
самое время представить наших музыкантов, все-таки как-то познакомить. Да, давайте мы вас представим. На самом деле, ребята у нас с Америки. Это Трой, наш гитарист. Трой из Австралии. А еще у него есть татуировка, которую он когда-то сделал. Трой, I'm speaking about that thing. Короче, если убрать две буквы, получается дура. Так, вот по-русски. Это наш... Теперь, когда мы к нему подходим, что-нибудь говорим, он нам показывает вот так. Спасибо. Это наш клавишник Свен. И клавишник, и кто он только не. Спасибо. А это наш бас-гитарист Тома, но на Словении. Недалеко, в общем, от нас. Да, короче, давайте все вместе мы покажем, как вы их любите. This is for you. Ситуация со спустя. Почему?